Ух ты, блядь! Ой! Твою мать! Ёбаный в рот, блядь! Твою мать, блядь! И с каждой находила себя. Ух ты! Не бойся, не бойся, не бойся. Все, все, все. Сейчас, сейчас, сейчас. Что ж ты делаешь? Ты дурак, а? Сейчас я тебе перезвоню. Нас на операцию написали. Писка не открывается. Смотри. Нет когтей. Пиздец. Ни крыльев. Даже у богомола есть свои примочки. Ой, это как у Андрюшки было, но у Андрюшки, слава богу, обошлось. Слушай, мы сейчас такую аварию увидели, мама дорогая. Козлина! Ну да, ну в общем, вроде и двух, ну. Опа! Блять! И самое что? 5, 9, 3. Как так, блядь?
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей я Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный. Лен, здрасте, это Женя, беспокоит. Лен, я перезвоню. Под сдачу хули. Жить в такой квартире я не знаю. Ох ты, блядь! Нет! Ты чё, ёбаный в рот? Твою мать нахуй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Какой ужас! Что случилось? Она трут, блядь, твою мать, блядь, нахуй. Да, это пиздец. Повезло, так повезло. Нихуя в себе. Ну иди, хуй. Блять, ну чё вот ты, чё ты делаешь-то, ну блять! Пара ключей, то как-то на дорогах все носятся. Полусонные там жара. Нехер было лезть. Вот как просматриваешься фанату на футбольный матч. Спасибо огромное. Ирина Фомицова была вместе с нами, замначальника пресс-службы ОАО РЖД. Я пока остаюсь при... О, нихуя, фокусы, блядь. Ёбаный в рот. ПРСТ, ты смотри, чё? Меня не задел, блин. Не задел? Нет.